В Горке городе собрались все любители бега. Пробежать марафон мог каждый желающий, вне зависимости от возраста и спортивной подготовки. Для тех, кто вышел на беговую дорожку в знак приверженности здоровому образу жизни, создали все условия. Протяженность зеленого марафона была не классическая 42 километра, а символическая 4200 метров. Зеленый марафон – это славная традиция Сбербанка, которую он проводит ежегодно. И важная составляющая олимпийского наследия. Горки город – это достаточно большой инвестиционный проект Сбербанка. И поэтому это действительно город, в котором мы хотим объединить всех жителей, всех гостей нашей славной большой России. Длинная дорога к достижениям начинается всегда с первого шага. И сегодня молодой начинающий курорт Горки город впервые выходит на большую дистанцию здорового образа жизни вместе со Сбербанком. Для Сочи проект, созданный в поддержку олимпийских ценностей, имеет особое значение, отмечает руководство курорта. Прикладываем максимальные усилия для того, чтобы город развивался, чтобы здоровый образ жизни это был у нас на первом месте. И поэтому подобные мероприятия, конечно, мы всегда ждем в нашем городе. На зеленый марафон приехали более 2000 человек. Те, кто не принимал участие в самом забеге, могли осмотреть панораму поселка с высоты 2200 метров над уровнем моря. В Красной Поляне, уже поселковый, наверное, уже и округ-то и называть-то неудобно. У нас тут что, горки, город, целый город находится здесь. В этот раз у участников сочинского марафона была возможность пробежать бок о бок со звездами российской эстрады Пьером Нарциссом и Владом Топаловым. Первый раз пробежалось отлично. Горки город потрясающий, классный. Мне очень понравилось. Первый раз здесь после Олимпиады. Все очень красиво сделано. Современный, очень сильно похожий на Европу. В финале гости зеленого марафона высадили кипарисовую аллею на территории курорта Горки город. Это продолжение традиции Сбербанка в парках городов участников проекта. По итогам 3 лет по всей стране уже зеленеет более 5000 новых деревьев. Праздничную программу завершил концерт Влада Топалова и Пьера Нарцисса. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.